Все началось с отпуска. В стремлении избежать большого будущего на Великих Равнинах, Артур Ховицер-младший объединил отдельные статьи о зарубежье во французский вестник. Еженедельные издания с обзором мировой политики, искусства высокого и не очень, и заметками для широкой публики. Не считай, что это уж совсем блекло. Нет, отнюдь. Обычные люди. В этом их очарование. Он собрал лучших журналистов-экспатриантов своего времени. Бернсон, Сазерак, Кременс, Ройбак Райт. Это были его люди. Ты сделай, чтобы казалось, что это нарочно так написано. Сегодня в центре внимания нашей лекции мистер Мозес Розенталер. Бесспорно, ярчайший из художников того бунтарского поколения. Симона Нагая в тюрьме на досуге. Я покупаю. Я не продам. Вы продадите. Не продам. Продадите. Не продам. Продадите. Сказал нет. Да. В общем, картина наделала шума. Вчерашние дети разрушили тысячелетний диктат республики за каких-то 10 дней. Чего они хотят? Свободы и точка. Я голый, миссис Кременс. Я заметила. Лейтенант Нескафье – лучший представитель кулинарного течения «Полицейская стряпня». Ароматы кухни наводили дурман, который был жестоко развеян. Спешу сообщить, что мы похитили вашего сына. Эй, заткнись там. Послание председателя. Срочно в печать. Ты уволен. Как это? Только давай без слез.